плывет, сердце поет. Эти слова тебе, великий Муслим Магомаев. Его голос вдохновлял, удивлял, очаровывал с первых услышанных нот. Муслима Магомаева любили миллионы при жизни, столько же продолжают любить после его смерти. Мимо такой знаменательной даты, как 80-летие со дня рождения народного артиста, не смог пройти Ульяновский государственный духовой оркестр «Держава». Это будет музыка Арно Бабаджаняна. Мы специально связались с фондом Арно Бабаджаняна, с его представителями, и лично мне прислали ноты некоторых как бы не популярных или малоизвестных произведений Арно Бабаджаняна. Это и «Звездная симфония», вообще первый раз, наверное, будет исполняться в Ульяновске. Это и серенада для, в нашем случае, для саксофона с оркестром. Я, как кларнетист, буду играть одно произведение с оркестром. Оно называется «Мое сердце в горах». Также впервые духовой оркестр сыграет произведение азербайджанского композитора Фикрета Альмирова. Репертуар выбирал приглашенный солист Большого театра России, Пермского академического театра Константин Сучков. Артисту не впервые петь песни Муслима Магомаева, но исполнять целый концерт не приходилось. Очень редко я в каком-либо концерте сборном обычно не пою под конец для зрителей, естественно, какие-то песни Магомаева. Потому что их все любят, все уважают. Конечно, само исполнительское искусство Муслима Магомаева, ну, оно недосягаемо. Я уже сегодня вот как бы давал какое-то интервью и уже говорил о том, что... Как бы за всей простотой его исполнения скрывается какая-то, ну, что-то сложная душа, я думаю. В концерте прозвучат самые любимые и известные песни Магомаева. «Мелодия», «Королева красоты», «Верни мне музыку», «Лучший город земли», «Свадьба» и многие другие. Насладиться игрой Ульяновского государственного духового оркестра «Держава» и исполнением солиста Константина Сучкова можно будет 8 октября во Дворце дружбы народов Губернаторской. Светлана Карпухина, Александр Кудряшов, Улправда ТВ.